Привет! В этот раз познакомимся с не самыми популярными ромами для занятия музыкой на геймбое. Что-то будет полезно и практично, что-то чересчур странно и ограничено. Но как использовать данные ромы, решать только вам. Фантазия и свободное время — welcome! Погнали! Амонайзер. Sample Mesher с минимальной визуализацией, который позволяет применять живые эффекты и реаранжировку к зацикленному амон-брейку. Используя волновой канал геймбоя, мы можем создавать брейкор и чип-брейк музыку без каких-либо напрягов. По управлению. Start, Play и Stop. Select вверх-вниз, возможность изменить темп. D-pad позволяет сдвинуть фрагмент лупа. B вверх-вниз управляет размером повтора. A влево-вправо регулирует длину заикания. Select и Start вызывает эффект фазового типа при регулировке высоты тона. То есть высота волнового канала не соответствует общей высоте петли. И самое приятное — это возможность синхронизации с LSDJ по линк-кабелю. Дронбой. Машина создает бесконечные звуки или дроны, задействуя все звуковые каналы геймбой. Вы можете управлять громкостью, нагрузкой и частотой. Состоит из четырех страниц управления, перемещаться между которыми можно, используя кнопку Select. Есть возможность воспроизводить последовательность аккордов до 8 слотов. Управление интуитивное и how-to на GitHub'е от автора. Music Tech – ROM, сочетающий в себе синт и драм-пады. Вы можете настроить параметры звука и воспроизводить его в монорежиме по установленной пентатонике. Простые настройки и диапазон одной октавы. Хорд. Программа, позволяющая извлекать монофонический синтез на оригинальном геймбое. Идея заключалась в том, чтобы сделать что-то, на чем можно было бы играть как на инструменте, но с ограничениями в виде нескольких доступных кнопок. Никаких дополнительных аксессуаров без поддержки MIDI-клавиатуры.
Вроде как есть клок с LSDJ, но у меня что-то нифига не получилось. Вы строите аккорды из 5 нот и воспроизводите их, используя канал пульсовой волны с полным контролем настроек звукового регистра и дополнительным арпеджиратором. Карина. Более интересный вариант синтезатора на геймбое. Нам доступны полутона и возможность изменить параметры звука без перезагрузок рома. По управлению нам доступен D-pad для извлечения нот, B минус полтона, A плюс октава, на старт минус октава. На селект вызов настройки параметров. Перемещение по пресетам через зажатый селект и A или B. Селект старт – быстрое сохранение параметров. Параметров достаточно много и радует гибкость настроек. К сожалению, поддержка клавиатуры отсутствует. Для скачивания доступны версии для Game Boy и Analog Pocket. Бип-буп-бом-бокс. Простая тональная матрица. Двухканальный звуковой движок с тремя дополнительными перкуссионными звуками. Небольшое количество настроек и приятный интуитивный интерфейс. Ставим кружочек для первого канала и квадратик для второго. Game Boy Sound Manipulator позволяет пользователю легко экспериментировать с различными настройками звука для четырех типов сигнала. Звуковой инструмент для Game Boy Color. На кирпиче запускается, но без графического сопровождения. Отображает все значения в двоичном и 16-ричном формате и будет весьма полезен для разработчиков. Вы просто копируете 4 или 5 байтов, показанных на дисплее, в соответствующие регистры, чем облегчаете себе задачу. Ну, если вам, конечно, когда-нибудь понадобится программировать что-нибудь на геймбой. Head Echo Boy – небольшой и схематичный генератор случайных звуков. Три канала и настройка скорости. Вы можете включать и отключать канал. На этом все, но выглядит забавно.
Ikinari Bopper. Еще одна занятная клавиатура для портативной консоли. Нам доступно несколько пентатоник для перемещения и простые настройки сигнала. NanoSynth – простой графический синтезатор от создателей NanoLoop. Как и следует ожидать, очень интересно и практически ничего не понятно. Select вправо-влево – смена скорости, Select вверх-вниз – смена высоты тона, А вверх – указать значение, Б – удалить. 16 каналов для развлечения любителей залипать в отсутствие интерфейса. Он Potter – четырехканальный пошаговый секвенсор, простенький грувбокс с минимальными возможностями для изменения параметров звучания. Pounder – простая барабанная установка. Каждая кнопка запускает отдельный сэмпл, на выбор несколько банков со звуками. SheetWave – программа для сдвига волны. Название говорит все, что вам нужно знать. Каждая кнопка имеет свой эффект. Селект и вверх повторно запускают волну. Из авторских источников следует занятный факт. Неправильно написал SheetWave при создании папки проекта, а потом решил, что это подходящее имя. И особый респект за визуальную составляющую. Sludgeon – восьмишаговый секвенсор на основе шаблонов. Он генерирует мелодии на геймбой, используя понятный интерфейс. По управлению весьма интуитивно. B для воспроизведения, D-pad для перемещения, старт или селект – вызов меню настроек. Две дорожки для ваших экспериментов.
GB Sound – инструмент для звукового дизайна на Game Boy. Нам доступны 4 канала и основные настройки проекта. На старт запускаем звук, на селект перемещаемся между экранами. CBN Main – это очень простая программа, которая генерирует красный шум в соответствии с параметрами, установленными пользователем, ну, насколько это возможно. 4 параметра, 2 переключателя – все до безумия просто. На этом краткий обзор все. Пишите ваши мысли по поводу данных программ в комментарии. Если такой формат будет интересен, то поверьте, мне есть что еще вам показать. Благодарю за поддержку проекта на ресурсе Boosty. Это очень важно для дальнейшего развития канала. Пишите и слушайте только хорошую музыку. Пока-пока!